молиться. Знаете, написано, что Слово Божие – это свет. Просто хочу сказать, прежде чем буду молиться, знаете, что когда я покаялся, в моей семье была действительно жуткая атмосфера. И я понимаю, что, возможно, я сейчас помолюсь, но вам нужно будет продолжить эту молитву у себя дома. Потому что на самом деле Бог поставил вас этими воинами, да, молитвенными воинами у себя в доме. И знаете, у нас тоже была трудная ситуация, но я ходил в каждую комнату и просто пророчествовал. Знаете, пророчествовал на своего отца, пророчествовал на свою мать. Я просто говорил слово, потому что написано, в начале было слово, и слово было у Бога, да, и в слове была жизнь, и жизнь была светом. То есть там, где вы говорите слово, там начинает сиять свет. Там тьме просто нечего делать. Когда вы пророчествуете, может быть, каким-то сухим костям, знаете, может, каким-то трудным обстоятельствам, родственникам, которые в алкоголе, не знаю, там, в наркомании манипулируют, контролируют, Бог начинает с ними работать. Аминь. И мы просто сейчас будем молиться и провозглашать этот Божий свет. И вы потом продолжите это в своих домах, в своих жизнях. Отец, я молюсь прямо сейчас именем Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Во-первых, я молюсь сейчас за каждый дом. Я молюсь за каждый дом, Господь, где чувствуется какое-то влияние вообще бесов, демонов, какой-то контроль или манипуляция. Мы прямо сейчас просто провозглашаем. Мы связываем эту атмосферу. Мы связываем эту демоническую атмосферу в этих домах, мы изгоняем этих бесов, контроля и манипуляций вот во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, пусть приходит свобода, пусть приходит атмосфера царства, пусть ангелы Божьи, Господь, придут в эти дома, пусть ангелы Божьи встанут прямо в этих домах, ангел мира Божьего, Господь, мы молимся, ангел покоя Божьего, ангел радости Божьей, мы приглашаем небеса в каждый дом, мы провозглашаем свободу каждому дому, мы провозглашаем свободу для родных и близких. Мы прямо сейчас в этой молитве развязываем, Господь, мы развязываем во имя Иисуса Христа всяких пленных от зависимости, всяких родственников, Господь. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Развяжи болезни, развяжи проклятия, Господь. Развяжи психические заболевания. Прямо сейчас мы связываем дух эпилепсии. Мы говорим, пошел вон во имя Иисуса Христа. О, если с вами рядом ребенок, прямо сейчас возложите руку на него и скажите вместе со мной, пошел вон во имя Иисуса Христа. Дух эпилепсии, мы изгоняем тебя вон. И мы прямо сейчас провозглашаем свободу от психических заболеваний. Господь, мы молимся, Боже, пусть ментальность людей восстанавливается, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим и славим Тебя. Мы сейчас молимся, Господь, за всех, у кого плохой сон. И мы прямо сейчас говорим, Господь, с этого момента мы провозглашаем именем Иисуса. Сны, они нормализуются. С этого момента, Господь, я благодарю за то, что, Господь, люди начинают снова спать. Как дети, Господь, спокойные дети, Господь, спокойно ложусь я, аллилуйя, сплю, встаю, написано в псалме, и мы провозглашаем Дух Святой, и более того, мы молимся, чтобы эти сны были наполнены Христом. Мы молимся, чтобы это были пророческие сны, Божьи сны, спокойные сны. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя, Господи. Прямо сейчас молимся за детей, у которых сейчас тоже психологические какие-то травмы. Кто-то писается, кто-то у кого-то, да, вот эти заболевания. Господь, мы прямо сейчас благословляем этих детей. Мы прямо сейчас запрещаем дьяволу атаковать их. Мы прямо сейчас призываем на них кровь Христа. Кровь Христа. Просто провозгласите кровь Христа. Кровь Христа. Делайте причастие у себя дома. Провозглашайте кровь Христа, что ваша семья, ваш дом, ваши дети, ваши близкие, они омыты кровью Христа. Все бесы, все демоны боятся крови Иисуса. Они не могут прикоснуться там, где кровь Христа. Аллилуйя. Просто Иисус, мы провозглашаем, искупил нас. Он омыл нас пречистой кровью святой. И мы говорим, Господь, что наши дома, они просто омыты святой пречистой кровью Христа. Это кровь защитила нас. В этой крови растворяются все болезни, все проклятия, Господь. Мы благодарим и славим. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, наш Царь и Бог. Аллилуйя. И давайте мы будем согласимся, что мы будем жить в реальном присутствии Божьем. Вы знаете, так бывает, что бесы и демоны, они выскочки. И они лезут вперед, знаете. Но мне понравилось, как сказал однажды один пророк, он дал такую мудрость, говорит, но если бы вы посмотрели за свою спину, вы бы сразу увидели несколько ангелов, которые
охраняют вас. И иногда вот эти спецэффекты, демонические спецэффекты, которые иногда, да, дьявол, он ничего не может. Он на самом деле может только тебя запугать, как-то, знаете, может психику, через какую-то свою ложь, через какую-то свою манипуляцию, через чувство вины и контроля. Он может дать нам какие-то спецэффекты, но это неправда, это ложь. А реальность в том, что вы находитесь во Христе Иисусе. И каждый человек на этой планете, даже независимо от того, верующий он или неверующий, он уже выкуплен Господом. Просто еще не все об этом знают. Но на самом деле мы уже все собственность Иисуса Христа. Мы уже все принадлежим Господу Иисусу. И мы омыты кровью Христа. И мы можем на самом деле жить совершенно в другой реальности. Мы можем жить в реальности Царства Божьего. Да. Просто постарайтесь, помолитесь, чтобы Бог открыл ваши духовные глаза. Да? Когда вы встаете утром, говорите «Доброе утро, Дух Святой». Да? Когда вы идете в течение дня, вы просто попытайтесь почувствовать, знаете, вот этими у нас у каждого есть такие духовные рецепторы, что Бог рядом с вами. Когда вы ложитесь в кровать, просто увидите, что Иисус, Он с вами, что ангел стоит возле вашей кровати. В Библии. Аминь, аминь. Аминь. Вот, не пугайтесь. Я помню свою историю, как был момент, когда я покаялся. И знаете, дьявол пытался меня запугать. Потому что, представляете, я только покаялся. И прямо в моей комнате я ложусь спать. И кто-то начинает меня прямо душить. Знаете, прямо вдавливать меня вот в кровати. Как будто, знаете, вот какие-то руки сомкнулись на моем горле. Но мой пастор, он научил меня. Он говорит, как если вдруг сатана будет приближаться к тебе, просто скажи, кровь Христа против тебя, дьявол. И знаете, знаете, через силу я сказал, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Знаете, в этот же момент все прекратилось, просто тишина в комнате. В следующую ночь я лежал, и знаете, как будто демонический смех, вот прямо у меня в комнате такой истерический смех, такой, вот такой. Я говорю, так, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Он опять заткнулся. Ну а что ему еще остается делать? Потому что он должен убираться, знаете. Третья была ночь смешная, но я ее все равно расскажу. Я увидел, как силуэт стоит прямо в углу моей комнаты, и я увидел, что это реально сатана. Я сказал, так, дьявол, говорю, пошел вон во имя Иисуса Христа. Смотри, он не уходит. Я молился, кровь Иисуса тоже, смотрю, не... Потом, ладно, встал, включил свет, оказалось, это я пиджак там повесил. Вот. Поэтому, это минутка юмора, работает, да, в нашем марафоне. Но знаете, на самом деле, но это правда. Дьявол боится крови Иисуса. Аминь. Он боится имени Иисуса, он трепещет. А еще больше всего, знаете, что сатану раздражает? Когда ты смеешься в Духе Святом, когда ты радуешься перед Богом, он вообще терпеть этого не может. Это как ультразвук, бесы просто затыкают уши свои, они просто выметаются из твоего дома. Поэтому дьявол, он всегда старается забрать у тебя радость, смех, веселье во Христе Иисусе, да, чтобы ты стал печальным, депрессивным, удрученным, и в этом состоянии тебя легко забить, добить. И знаешь, я бы тебе посоветовал, дорогой мой друг, который смотрит нас сейчас, просто, знаешь, включи самое радостное прославление, которое у тебя есть. Аллилуйя. Возьми самые радостные псалмы, которые вот ты знаешь. Сам начинай петь. Не знаю, сделай что-то. Знаете, потому что дьявол угнетал меня. И через, знаете, в угнетенном состоянии очень легко приобрести какие-то зависимости. Знаете, потому что как только ты в угнетенном состоянии, ты эмоционально, как будто бы разорван с Богом, ты эмоционально начинаешь искать наслаждение иногда в греховных вещах. Да? Эмоционально привязываешься, там, не знаю, к порнографии, к алкоголизму, к наркотикам, еще к чему-то, а тебе нужно своими эмоциями привязаться к Богу. А почему мы эмоционально не привязываемся к Богу? Потому что дьявол врет, да, что ты виновен, ты недостоин, навряд ли Господь тебя простил, навряд ли он тебя вообще любит, навряд ли вообще что-то. И знаете, меня однажды сатана так задолбал, что я просто однажды встал на своей молитве, я думаю, так, в Библии написано, Иисус помазан елеем радости, больше всех. Написано, значит, он радостный Бог, значит, он рад меня видеть. Бог, написано, самый добрый отец. И он любит меня. И я сказал так, дьявол, говорю, стоп. Я знаю, мой папа любит меня всегда. Он лжец. Да, сатана лжец. Да, сатана лжец. Мой папа любит меня всегда. Да. И знаете, что я сделал? Я просто устроил хоровод прямо у себя, короче, дома. В одиночку. Прямо в одиночку. Знаете, я взял самые радостные псалмы. Там, аллилу, аллилуйя, аллилу. И знаете, я начал танцевать. И вы не представляете, это был взрыв радости у меня дома. Класс. Такая слава пришла победа, в мой дом. Аминь. И мой папа, я прям услышал, папа небесный, отец небесный, он сказал, сынок, да, наконец-то ты понял. Я прям вот почувствовал этот момент, что я попал в унисон с небесами. И знаете, хватит унывать. Аминь. Даже был такой, знаете, ролик «Долой уныние». Да? Хватит унывать. Ваш Бог, Он любит вас. Аминь. Он поцеловал аминь, вас во Христе аминь, Иисусе. Аминь, аминь. Он обласкал вас в благодати.
все, что нужно, войти в радость Божию. И там ты такой сильный станешь в этой радости. Аминь. Когда я смеюсь, аллилуйя, с Иисусом, я чувствую, как происходят чудеса. Угу. Когда я с Ним радуюсь, я знаю, все, дьявол побежден. Аминь. Потому что все победители, они радостны. Я еще ни разу не видел победителя унывающего, да? Да. Что победители вошли в город, и сами знаете, там в скорби. Торжество. Аминь, аминь. Они торжествуют. Аминь. Первый путь к свободе, начни войти в победу Иисуса и начать в ней торжествовать. Самому. Не жди, что кто-то поможет. Молится какой-то служитель. Да, да, мы можем помолиться, Бог тебя избавит во имя Иисуса Христа, но тебе придется с этой свободой еще что-то делать потом. Что делать с этой свободой? Привяжись своим сердцем к Иисусу. Аминь. Эмоционально, радостно, научись улыбаться Богу, радоваться. Просто пересматривайте этот марафон, вот эти места молитвы, когда Виктор молится, когда я молится, когда все студии молятся, пересматривайте, слушайте, напитывайтесь этим словом, это атмосфера небес в вашем доме. Торжествуйте с Господом, торжествуйте с Иисусом. Иисус. Как детей приобрести, вот мы сейчас говорили, да? Да. Знаете, мы делаем дома со женой праздники Иисуса. Класс. Мы надуваем шарики яркие, мы ставим веселую музыку, и мы говорим, дети, давайте танцевать. Знаете, класс. И знаете, мы просто танцуем с ними радостные песни, чтобы они чувствовали, что Царство Божие это весело. Аллилуйя, что Царство Божие это не уныние. Супер, да? Супер. И просто выгоните всякий вот этот, знаете, религиозный фарисейский дух из своего дома. Да. Если Бог это не суровый полковник, да, который как, только думает, как вам навалять. Бог — это добрый папа, который хочет вас благословить, вас и ваших детей. Пусть ваши дети, они знают, что Царство Божие — это не занудство, это не серость, это не занудная мама, не занудный папа. Шарики с гелием. Аминь. Аминь, аминь. И, пожалуйста, ваши дети иногда грешат, потому что родители зануды. Понимаете? Если родитель зануда, если родитель фарисей, он задолбает любого ребенка. Перестаньте быть фарисеями для своих детей. Станьте для них радостными мамой и папой, которые любят Библию, любят Писание, любят молиться со своими детьми. Да, поэтому Иисус, прославляйте Бога всеми своими семьями. И я и мой дом будут служить Господу. Аминь. Вы, кстати, знаете, как называется семья у иудеев? Называется малый храм. Класс. Да. Малый храм. И на самом деле, вот ковчег, если вы посмотрите, два ангела смотрят на Слово Божие в маленькой комнате, где густое Божие присутствие. Угу. И вот интересно, что раввины говорят, эти два ангела напоминают нам мужа и жену, которые смотрят на Слово Божие в густом Божьем присутствии. Вот интересно, у них такое есть толкование. На семя, да? Да. На слово семя. Да, и да. Я думаю, что вот так и должна выглядеть семья. Аминь. Вот, ой, когда мы своими семьями вот начнем просто смотреть на Слово Божие, мы поймем, там вся победа, там все торжество, там Господь, все для нас. Слава, слава, когда слава мы станем Тебе. Провоцировать амен, присутствие, амен. Густое присутствие в наших домах, густое присутствие, чтобы пережили Господь, мама с папой, да, пережили вместе с детьми, там дьяволу вообще не останется места. Я вам отвечаю, дьяволу просто не останется, там, он не сможет там просто удержаться. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.